Добрый день, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Мы продолжаем серию видео про зоопарк в Омахе. Это один из лучших зоопарков в мире. И наша первая остановка – это джунгли. У входа стоит вот такой вот постер с аборигеном. Мы сразу окунаемся в мир Индианы Джонса и различных авантюристов. Вот такая вот палаточка брезентовая, лодка, долбленка с этими веслами. Вот они, эти самые джунгли. А? Впечатляет. Все по-настоящему. Вот эти самые лианы, которые свисают с деревьев. Скалы. Все-все-все воссоздано. Ну и, конечно, с нами наш самый главный путешественник. Лиза. Ну вот я вижу уже первый экспонат. Вот такой обезьянин замаскировался на дереве. Жарко обезьянину, не двигается. Ну там тоже кто-то вроде должен плавать. Потрясающий навес. О, здесь как классно. Водичка, прохладно. Класс. Ух ты, вот развлекуха, так развлекуха. Ну, вот это сейчас будет номер поп гармонию. Так, девочка, застопор его движения. Прямо настоящий Индиана Джонсовский мост. Вот интересно, меня он выдержит? Надо вот попробовать. You go, Reno? Yeah? Let's go. Ой-ё! Ух ты, ни хрена, что тебе? Вот оно все под ногами, ходуном ходит. Навернуться можно прямо очень не по-детски. А еще сверху вон такая вода льется. О, прямо. Вау. Да, теперь я чувствую, понимаю, что эти самые вот Индиана Джонс испытывает, когда по такому мосту где-то шароебится в пампасах. О, вот и обезьяны. Ох ты. Не, прям аттракцион на высшем уровне. Блин. Буду, дай мне силу вползти. Проскальзывай, вполз. Круто. Зин, не хочешь попробовать себя в роли Индиана Джонс? Только аппарат оставь, а то ты вернешься прямо вместе с Никоном и будет прямо. А, да, ты попробуй. Вот ты попробуй. Вот я сейчас только что. Я тут только что выполз. Идем дальше. Нет, походу маленьким роликом тут не ограничится. Будем снимать непрерывно. Ну вот джунгли. Вот у нас джунгли, ночная жизнь. И какие-то вот эти вот животные. О, мои любимые квати. Вот такая вот ядовитая арроу-фрог.
Сразу видно, что ее лучше не трогать и не обижать. Наверняка они где-то тут есть. Нет, точно, Индиана Джонс просто. Полный рост Индиана Джонс. Круть. О, а тут кто-то, наверное, тоже шарится. Кто тут шарится, никого не вижу. Заныкался какой-то зверь где-нибудь. Так. О, вот тут я змею бы вижу, вон она. Вон свернулся, удав такой. Ну, это вообще классика жанра. Вот, и вот из катакомб у нас еще одна обзорная площадка. Вот, тут прямо красота. Нет, походу куплю-ка я абонемент на весь год и буду сюда каждый день ходить и себя радовать позитивным настроением. Вон и птички какие. Прямо очень птички. О, а там вон еще один обезьянин раскачивается. О, погнал. Опять попадаем в катакомбы. Да, вот тут какая-то вот настил какой-то, опилки лежат наверху. Прямо чувствуешь себя в какой-то ловушке. Ага, вот это, конечно, догадываюсь, для кого. Походу, здесь тоже обезьяны спускаются вот по этим вот лианам. И вот этот хавчик, он для них предназначен. О, вот тут прямо целая тележка детей везут. Идем дальше по катакомбам. Воздух местами влажноватый, местами горячий, местами холодный. В общем, все как в настоящих джунглях. Меняется прямо климат. Очень меняется. Вот. А тут у нас что? О, а тут ящер у нас. Там у нас ящер заныкался. Посмотрите, какой. Зеленый. Зеленый ящер. Вон он там. И не двигается. О, еще одна обзорная площадочка. Просто красота. О, и нас тут ждет вот такой свинтус. Он там чего-то дербанит, обгрызает. Бородавочник, наверное. Вот интересно, этот свинтус в запеченном виде. Вкусный или невкусный? О, про него тут даже написано. Бассайн в арке пик. Во. Вот такой там пик шарится на фоне вот таких вот, блин, деревьев. Идем дальше. Тут вот все про обезьян у нас, которые здесь где-то бегают и прыгают. Муравьи здесь тоже присутствуют. И вот еще вот такие вот тамарины, тоже вид обезьян. И вот растения тут. Так, мы живенько делаем интродакшн, что же здесь растет, потому что я не гроздов, рассказать вам ничего не могу. У меня растения и животные классифицируются только по двум категориям. Съедобные, несъедобные. О, еще здесь зоопарк есть. Вот. А в той клетке, вот я наконец-то увидел, вот там вот видите, какой зверь. Это, походу, дикобраз. Такое вот ощущение у меня, что этот дикобраз, там он вот зарылся вот и не уходит, а тут выходить. И вот с этой обзорной площадочки я вам сейчас сниму панораму вот этих джунглей.
Прямо здесь очень-очень чудесно. Не, воздух просто замечательный. Воздух здесь просто замечательный. Вот такие со всех сторон, куда они плюнь, везде джунгли. Ну что ж, пойдем дальше. Вот одна лиана прямо здесь проросла. Можно даже ее потрогать. И вон даже повисеть можно. Она вон туда, на высоко уходит, как шланг. Толщиной ее хрен обхватишь. Ну да, на такое повеситься можно. Дина нас залипла, сейчас снимать будет всех. Во! А вот это, наверное, рыба. Она вот там где-то у нас плавает, я даже сверху ее вижу. Вон она. И наверняка в фольге она весьма недурственна. Эта рыба. Так, это у нас Мадагаскар. Значит, здесь у нас есть растения Мадагаскара. И лемуры всякие, наверное, тоже есть. Идем, смотрим. Еще одна лиана. Не, прямо сплошная Индиана Джонс полный рост здесь. Вот. Интересно, выдержит меня? Сейчас попробую-ка я это сделать. О, хрена себе, выдержала? А, да, круто. Это значит... Все 130 килограмм моего живого веса вот эта лиана выдерживает. Это так, к сведению. Вот. Дин, представь, я сейчас на этой лиане повис, она меня выдержала и не порвалась. Я. Вон еще один обезьянин. Там даже несколько. Дин у нас их фотографирует. Как настоящие... Юный путешественник. Обезьян позирует. Зин, я тебе вот телевик обещал взять. Ты можешь этот телевик поставить и попробовать вблизи снять этого обезьяна. Идем снимать дальше. О, sorry. Вон еще один обезьян. Ну вот, видимо, какой-то опасный обезьян. Он здесь за клеткой сидит. Видимо, будет попрошайки. О, и тут смотрите, какой сделан аквариум интересный. Или я даже не знаю, что это такое. Прям стекло здесь такое вот поставили. И в дупле прям сделали такую вот... Вы... А, я понял, что это такое. Там, короче, вот такая вот змея. Вот я попытаюсь ее приблизить. Вон она там окопалась, эта змея. Удав или не знаю, кто там. Красивая такая змеюга. И она типа как настоящая среди обитания. То есть вроде люди ее видят и... Особой опасности нету. Никого за причинное место не схватит. Вот. А сверху мы видим вот в этих вот озерах куча-куча цветных классных рыбок. У меня, к сожалению, фотоаппарат это все не позволяет вытащить. Вот. У меня даже слов не хватает все это великолепие описать. То есть прямо вот такой вот аквариум сверху. Я не аквариумист, поэтому вам ничего не могу сказать. А вот это вот... Вот это я вначале принял за скульптуру. Вот это вот. Но вот это вот, походу, бегемот. Причем, походу, там натуральный бегемот, который вылез, вот, окопался в грязи, и вот сейчас тут релаксирует полным ходом. Да. Но это детеныш, он очень маленький. Если говорить про здорового большого бегемота, он, конечно, будет разиков и так, наверное, в 5 поболее. А это такой маленький детеныш. Я вам как-нибудь расскажу, как я с настоящим бегемотом в Центральной Африке сталкивался. Это, конечно, история та еще. Вот, написано, не беспокоить. А тут у нас птички. Вот такие вот сидят две птички, невеличкие, экзотические. Запах, правда, непонятный тут. Чисто тропический запах.
Вот такие две птички тут сидят. И вот еще одна здесь прям примостилась, можно мне посмотреть. Идем дальше. Да, вот, собственно говоря, вот такие вот пигмейские гиппопотамы небольшого размера. Вода чистая, прозрачная, так и хочется в ней искупаться. Но опасно вот в таких вот водах в джунглях купаться. Обязательно какая-нибудь тварюга или в штаны залезет, и потом их хрен достанешь. Или что-нибудь тебя зубами схватит. Вот они, обезьяны. А вот наша маленькая путешественница немножко расплакалась. Ну что, Лиза, устала уже? Устала. Заключение этого фрагмента. Если вам понравилась тема зоопарка, оставайтесь с нами на канале, пишите свои комментарии, и мы продолжим выкладывать новые сюжеты. Удачи!